Приготовить домашнюю горчицу проще простого, особенно, когда есть горчичный порошок, результат превосходит магазинную во многом. Смотрите рецепт, как приготовить горчицу из горчичного порошка. Увидела в магазине готовый горчичный порошок, подумала, а почему бы не приготовить домашнюю горчицу? Оказывается, там совсем немного надо ингредиентов, уксус взяла, что дома был, обычный столовый яблочный 9%, можете еще по желанию добавить немного больше соли, я брала порошок не жгучей горчицы, а мягкой, мне в самый раз. Список ингредиентов, в конце видео. Подготовьте заранее необходимые ингредиенты. В стеклянной банке смешайте все ингредиенты. Тщательно перемешайте, добавьте горячую воду, 50-60 градусов, и еще раз перемешайте, чтобы не было комочков. Количество воды добавляйте на свое усмотрение. Хотите горчицу погуще, добавляйте меньше. Поставьте банку с горчицей в кастрюлю с горячей водой, укутайте полотенцем. Когда вода остынет, можете проверить. Горчица готова. Вот так просто. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вкусная домашняя горчица из горчичного порошка готова. Приятного аппетита. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Горчичный порошок 100 грамм. Растительное масло 2 столовые ложки. Сахар 1 столовая ложка. Уксус 9% 2 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Количество порций 5-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем добра, заходите еще.